Всем привет, ребят. Ну что, зашел перед стримом практически на китайку и, честно говоря, удивился. Помимо вот такого вот топового базара на сегодня, на котором можно собрать пятые сеты, топовые сумочки с огнекрылом, коробочки. Ну, как обычно, здесь все по кайфу. Можно собрать сразу руны. Сразу на троих героев. Слизни топовые. Кристаллы продают то, чего нету у нас. Книжечки. Все, короче, по кайфу. Захожу сюда, смотрю, а тут есть пак. Пятый сет воодушки. Пятый сет грубой силы. И новые сумки. Вот они так вот выглядят. Новые эти сумочки. Две штучки дают. И в них дают вот по два скина. 10 штук. То есть, скорее всего, ну, рандомно, как обычно. Потому что осколки 5 или 20 осколков нового героя. И дают пятые сеты. Скорее всего, пятые, я не знаю, возможно, не пятые, новых талантиков. Это просто жесть, ребята. В принципе, очень-очень круто. Не знаю, или будет у нас на русском сервере такая тема. Но, блин, действительно достойно. Посмотрим, какой шанс. Надеюсь, нам хоть что-то выпадет. И потестируем уже это. Так. Сейчас, ребят, сделаем ход конем. И заодно сразу посмотрим, какой шанс. Честно говоря, вообще был не готов, что сейчас буду писать видос для вас. Сейчас заберем, откроем и посмотрим, какой там все-таки шанс на тех или иных героев. Так, все, забрали мы эти новые топовые плюшки. Пятый сет. Ну что, поехали, потрешуем, попробуем. Что же это такое? Так, пироженки. Где эти сумочки? Вот они. Ну, я надеюсь, что мы сейчас все-таки выбьем и потестируем. Поехали открыть одну. Ну, есть! Первый сетик, ребята. Получили с вами первый сет. Ну. Просто, блядь, читер. Читер, ребята. Я читер. Сука, всего лишь третьего левела. Ну, даже третьего левела, зато будем знать, какие сейчас параметры в этих сетах. Сейчас мы сразу с них сделаем эмблемы и потестируем. Конечно, тут не ихти, но хотя бы статы видеть тоже будет, думаю, очень интересно. Давайте откроем эти коробки. Так, отлично. Отличненько. Давайте сразу же эти сеты откроем. Так, это мы забрали. Какой там у нас еще сет грубое и воодушевление должно быть. Тоже мне очень нужно было. Так, отличненько. Все, с этим мы справились. Поехали. Объединим. Вот они. 3-7.
шестерки сразу объединим. Поменялся немножко интерфейс. Так, окей. Поехали, давайте будем тестировать на Фрей их. У меня на ней стоит сейчас гнев. Снять. Так, священный свет. Точнее, дьявол. Там сделка с дьяволом или как, не помню, как их там назвали, но пока неизвестно. Плюс 40 и понижение 20. Вот сейчас посмотрим, сколько будет все-таки по нашей Фрейе прилетать. У нее ограничение было 18. Сейчас посмотрим. Не понял, 16 получает. Ну-ка сейчас проверим. Точнее, 16.020. У нее ограничение 18. У нее никаких ограничений, в принципе, нету. Ну-ка снять. Может, неправильный перевод? Скорее всего, что 20%. Так, ну-ка смотрим. Давайте, подбегайте к ней. Да блин, она всех передавила уже. Что-то оно у меня 16 тысяч получает. Ни хрена не могу понять. То ли я туплю, то ли из-за таблетки. Хотя при чем тут таблетка? А, на ней же стоит, фу ты, на ней же стоит отражение. Из-за этого у нее меньше получается урон входящий. Так, хорошо, давайте тогда сейчас не на ней, а на Огнекрыле потестируем. Так, тут сейчас у него должно быть 10 тысяч. Вот, ровно десяточка, как видите, идет. То же самое, в принципе, будет и с этим, с талантом, если его поставить, такие же самые ограничения там будут. Ну, 40% атаки на тройке, это, конечно, уже очень круто. Так. Ну, кто-то больше ударит или нет? Не ударят они, к сожалению, больше. Да. Ну, я вам скажу, это, конечно, крутые сетики будут. У нас уже два есть. Так, вот есть Некрос. Поехали, смотрим. Нет, все равно 10 тысяч. Ограничения, ребята, не меняются на них. Вот для Некроса, по сути, и для Фреи это будут самые имбовые таланты. Плюс 150. Да и для многих героев они будут. Для Минотавра того же имбовый будет. Потому что... там он все время у вас под магией. Так, отлично. Смотрим на второй сет. Плюс 15 к жизни, 12 к дефу. Ну, тут, в принципе, мы ничего особо не увидим. Разница это как поставить каменку третью, грубо говоря, или четвертую. Жизни тоже не особо. Первый талант мне намного поярче, конечно. Точнее, руны. Но вот этот талантик рунами. Второй, в принципе, тоже неплохой как вариант. Если, конечно, семерку прокачать там, либо поставить талантом. Я уже об этом рассказывал, показывал параметры. Круто. Но вот первый, просто поставить его даже... это вообще будет уже имбово. Даже очень... потому что 40% увеличения атаки. Уже 40 на тройке. К примеру, возьмем
тут всего лишь 20%. Возьмем, что тут у меня еще есть. Давайте. То есть, насколько это топовый талант вообще будет, это просто жесть. Давайте возьмем, что у меня есть. Третьего бога войны нету. Да, к сожалению, нету. Ну, бастион. Бастиона тоже, по-моему, нет. Ну, ладно, суть не в том. Давайте даже посмотрим. Четвертая грубая сила сколько дает? 20%, да? А кто там у нас еще? Бастион 20%. А этот на третьем дает 40%. Это просто жесть. Если даже прокачать грубую и вкачать такой талант, но это, конечно, не скоро будет семерка, это просто будет вау. Либо поставить талантом и грубую вкачать, это, наверное, быстрее будет, чем новый талант. Но я просто в шоке. Таланты реально имбовые будут, и руны тоже будут имбовые. На пятерке там будет дохренище вылазить. Сейчас я посмотрю, по-моему... Вот она, на пятерке он уже будет давать 70% увеличения урона. То есть это пятый просто сет собираете, и у вас круче там, как бастион, и для бог войны седьмой. Просто жесть. Ну, что я могу сказать? Вот так вот, а вкачиваем его на 7-8, уже будет 110. Это просто жесть, ребят. Ну, вот так вот, такой вот мини-обзорчик вам записал. Все, ждите стрима. Скоро запущусь. Всем пока.